Числа благоволят этим людям. Удачных дней у них достаточно много. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Бывает, что окружающие не понимают их и нередко упрекают в гордыне, надменности и черствости. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Такие люди держатся с аристократическим достоинством и всегда сохраняют определенную дистанцию по отношению к окружающим. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.